Всем привет, проходим дальше игру, Алекс. Задание преобразователь в Южной Абиссе. Нужно остановить работу преобразователя. И он где-то прям тут находится, прямо под жопой. А вот где... Непонятно, то ли на улице, то ли на улице, то ли еще где. А зачем у вас тут там лежат аптечки, не нужны? Всякое барахло они тут хранят. И я здесь нашел телепорт. Как я говорю, он тут запрятанный. Ага. Надо идти наверх. Наверх подниматься на лифтах должно быть. Там кнопки всякие, пульты управления есть. Жить. Где? Ничего нету. Куда дели? Универсальные щиты, кружки. Всюду дверь электронная. Продавец откуда-то тут нарисовался. Надо ему что-нибудь продать. Например, прут. Остальное пусть лежит. Это броня, штаны. Амулетики. Где тут еще барахло? Сырой Алекс есть. Остальное все копейки и поленки. Электронная хлам. Эти золотые слитки. И всякая фигня, наверное, пригодятся для крафта. Отымычки, факелы, молотки. Дневник Такера. Аптеки пошли в ход, молотки, светильнички. 4000 денег, купить нечего. Вам нужны старые монеты и туалетные бумаги. Купить 200, что-то все дорого стоит для одного-то запуска. Сырой Алекс под соточку. Можно купить парочку. Инструкция изготовления крепкого питья Алексова. Маленькая, вот это мне надо точно. Вообще-то мне все надо.
Сепаратист торговец. Плазменная винтовка ПТ-3. Что это такое? Урон 40. Толку от нее. Как лук стрелял по урону. Да еще и 30 метров. Магазин 6 патронов. А ее еще и не применить. А ловкости 9. Нехватка. 9 очков. Посветить пока этими очками. Все равно тут врагов нету. А так по мелочи хоть это. Наскрести можно. Да продать. Закрыто. Конечно. Зачем нам сундуки? Вот она, кнопка. Здоровенная красная кнопка. Еще опыта. Сейчас тут снег растает, наверное. Морозильник выключили. Будет сейчас тепло. Мы же крутая команда. Да. Дурас доволен. Что теперь? А теперь надо порохачать. Надо сгонять будет. Прокачать выживание, путешественник. Интеллекту надо накинуть. Тут надо все накидывать. Хитрость накидывать. Все, что можно. А может наверх что-нибудь там посмотреть. Тут снег должен идти. Почему идет дождь? Еще ничего не положили. Где вкусняшки? С этой физикой невозможно управлять.
А, на ту сторону переехать. Тут-то по-любому положили чего-нибудь. Осколочная ракета, 5 штук, граната. Нет, не граната. Золотой шепот. Питье, стой, стой, стой. Я же где-то видел, питье у меня было. Очки характеристик 2. Маловое лицо питье будет 100. Где еще что-то? Очки навыка плюс 1. Холодность повышается. Наверное, не надо употреблять. Пока нейтральный. Можно. 4. Они тут по 2 хавают. Ну, значит, надо посмотреть, что тут на оружие. Что-нибудь может пара очков накинуть. Например, на топорик 34 надо. Силушки накину 4 очка. Нехватка. Ай-яй-яй. Че, один тут осталось? Все. И 3 очка обучения на в город сваливать. Поехали учиться. Учитель, ты где? О, как хорошо. Очки-то светят. Прям рентген. Халявная стрелой. Кажется, дождь начинается. Yes. Путешественник. И что еще? Все остальное, блин, закрыто. Сопротивление радиации. И что еще? Трофей. Особое собирать штучки из животных. Это не твое.
Что дальше? Надо посмотреть. Основное задание посылает куда? В эти... в города. В крупные. Типа там искать поддержку, наверное, тоже эти мелкие задания выполнять, чтобы получить доверие. Сколько тут этих телепортов-то? Тут два, тут... А я думал, они поплотнее будут. Оказаться. Ничего подобного. Ну и этого достаточно. Основное задание, значит, послать в города. Выйти крупное. Это здесь какая-то надпись еще. Искать эти записи, что они здесь тоже. В крупные города, да, дан. Задание этих берсерков. Тоже самое. Прогуляйтесь. Есть задание спутники. Где-то тут видел вот эту жестяную банку. Где-то недалеко. Поехали туда. Как раз там телепорт есть. И вот непонятно, что есть, тут куча спутников. Ну, один с мечом, понятно, другой какой-то там. Другой с пушкой, наверное. А этот дрон. Че, он лазером будет стрелять? Или че он там будет делать? Зачем столько много спутников? Надо очки поменять. Очечки. Чё тут? Граната. А вот и пациент. Стой. Иди там в стену, подался. Ох, как хорошо. Пол жизни у него уже нету. И чё ты побежал? Страшно. А так нечестно двойные удары делать. Кокоть, кожа, зубы, кости, ну, список более обширный стал после прокачки этого навыка. Мост. Где ты здесь скачешь? Тебя надо тут мечом погладить. I'll help you. Качаешь тут уровень, качаешь. А эти самые мелкие враги. Эти мелкие враги так и продолжают дохнуть с трех ударов.
Чё такое? Ну, черепа нету, чё он не убиваем? О, нет, только не эти муравьеды или кто они там. С зеленой жопой. Да еще их там не одна. Куча целая ходит. Лучше обойти. Чё-то тут живности насрано. Ну конечно. Ага. Конечно, давай. Свали вам быстрее. Дан толпой тут быстро заедят. Эх, крыса сдохнет. Да хрена он крадется там. Где кнопка какая-нибудь, чтобы он бегал? Только прыжками можно нормально перебегать. Даже здоровенным с черепком. Нахрен, нахрен. Там что-то красным, красно. Там застава. Let's go. Commander, you four awaiting command. Commander, you four awaiting command. Report status. Are your repairs complete? Negative. Access to repair station systems denied. Не может починиться. Можно как-то до этих систем добраться, если альтернативная возможность ремонта. State alternative repair options. Are you able to identify your defective components? Analyzing. If you can't access the systems, they must think you were destroyed too. It seems we're both outcasts. Задание выполнено. Дошел. Какие данные у тебя есть об аварии? What data do you have on the crash? Analyzing. The radar was on a direct approach to the primary mission goal. The radar was hit by accurate ground fire. The shot hit an open port on the radar. Evasion was not possible. Where did the fire come from exactly? Analyzing. Cannot positively identify. There were no indications of magic. Possible responsible parties, the outlaws, clerics, or alps. Там сюрприз, он возле телепорта ждет, пока я тут разговор закончу. Сейчас хавает. Ты хочешь сказать, что нас могли стрелять клирики? Analyzing. Flight was over Berserker territory. Clerics did not have much reason to defend the primary mission goal. Calculations indicate low probability of cleric participation.
Могли ли в нас стрелять изгои? Analyzing capabilities and behavior of the outlaws difficult to calculate. Cannot state probability. И Альбы тоже. Analyzing possible indications that an Elex powered weapon was used. Albs use Elex operated weapons. Status of open port on the radar was unusual. Port could only have been opened and secured in place during maintenance in Alb repair station. I was told it was faulty. Why would our own people sabotage the mission? Analyzing. Motive unknown. Identity of shooter unknown. There are some answers out there somewhere. Возможно, это, говорит, был саботаж. Якобы подставили. А как же берсерки у них? Могли быть повод в меня стрелять. What about the berserkers? They would have at least had a motive to shoot me down. Analyzing. The ground fire was from an energy weapon, not magical in origin. Probability of berserker participation low. That somehow means everything and nothing at the same time. Если ты разберешься, какие детали тебе нужны, я попробую помочь. List the components needed for your repair. Analyzing. Command systems impaired. DI-6 chipset required. Where can I find a DI-6 chip? Микросхема нужна. Highest probability is the closest converter. The converter? Right. Ох, их тут вовсе два. Дурас, вставай. Пора сваливать отсюда. Где этот паразит? Убежал. Хо-хо-хо. Так, эту. И чё я не активировал? Я вроде наступил у него. Тут запасы оставил свои. Вот теперь пора свалять. Теперь точно активировал. Отстали. Вот ты, блин, упрямый. Давай. Поиграем. Лови! Мощнейший удар. Мощняцкая крыска. Все приходится делать самому. Кроний. У-4 нуждается в контрольном модуле из северного преобразователя в описи. Там же было красным красно. Может, тактика схватить и убежать сработает? А это еще что-то такое? За настроечка. Где она? С какой стороны?
Ну-ка. Давай сначала заглянем. Да, это оно. Очередная развалина. Что тут было? О, тут какие-то щиты. Я держу ухо востро. Они же злодеи. Мигом застреляют. Они куда тут базу сделали? Ха-ха. Конечно. Станут они разговаривать. Раз, два. И готовенький. Ну-ка. Махни еще разок. Урал, не такой мощняк. А почему он быстрее накопил энергию? Капец. Я не могу в это играть. Зеленая полоса вообще не копится. Или это что-то накладываться? Какой-нибудь штраф. Возможно так. Все 4 эликсита. Лучше сюда не суваться. На идти в соседнюю. Попробовать этого электронного напарника починить. Ну да. Прям надо так упереться. А чё это за штуковина? Ну, ломаться. Ни хрена она не ломаться. О, кривой. Нет, не кривой. Чё тут за передатчик? Да они так неинтересно наперед стреляют. Невозможно увернуться. Yeah.
Роса. Лесенка. Подниматься можно. Действительно. Это какой-то передатчик. Давайте я тут выпилим. А что ты тут мешаешься? Дурацкая камера, блин. Боевка я вообще. Это шедеврально просто. Как целиться, если камера все время захватывала противника? Если эти были не сильно мощняцкие, может и в соседнем. Там преобразователи не такие будут мощные. Тут закрыто, там все закрыто. Крепчайшее зелье. Давай сползаем на эту башню. Не зря же они тут ее охраняют. Куда ты кувыркаешься? Ты лесенка? Я вообще-то на лесенку нажимал. Ту-ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Она же кончается наполовину. А может дальше взлететь попробовать? Что-то лежит. По-любому барахло. Зря ползу. Пять штук взрывных болтов. Ух ты, там дальше еще. Отсюда хорошо все видно. Купольный город. Тут туманище, а вон тот преобразователь, здесь сепаратисты. Там еще что-то есть. Симулятор залазения по лесенкам. Батончик. Консоль.
I'd better leave it as it is. О, это же какое-то задание. Типа надо будет потом включить. Фугасная ракета. Кольцо силы. Сила плюс 5. Здоровье минус 20. Выносливость 10. Минус. Махать что ли будет супер уронисто. А, у меня здоровье тут и выносливость где-то. Ментальная энергия. Тут что, просто здоровье. Плюс 5. Насколько это будет мощнее? Лучше, наверное, бегать с кольцом твердости, оно вон сама дорого здесь. Почти. I'd better leave it as it is. Да блин. Тут этот говнюк ходит. Нет, нет, нельзя. А где тут это переночевать? Поправить энергию. Ладно, пойдем на разведочку. Ого! 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 Че я там вижу? Кто-то убился, с высоты, наверное, грохнулся. А чё музыка заиграла? Спалился, что ли, уже? Так, я тут пробегу. Быстренько. Мне надо срочно попасть внутрь. Да чё двойные-то кнопки нажимаются? Где эта штуковина? А, вот она. Быстрей! Быстрей! Ой, ёпарасце! Робот! Электричеством нахерачил. Ого, здорово. Да хватит уже бежать. Дерьмо. Он хорошо бегает, оказывается.
Давай, быстрее. Да почему он преследует? Да ёкало меня. И чё, он сейчас так и не отстанет? Капец. А, потерял? Неужели? Мощно. Эй, ты ушел? Стой, что-то было. Флэр какой-то. Да какой-то капец, они бегают через всю карту. Таких надо туда. Остальные шибко какие-то здоровенные. Чё? Чё там опять красно? Она. Сейчас он может починиться. Вот твой модуль, держи. Initiate repairs to your command system. That should reset your command systems. Analyze and report. Command systems, functional and fully operational. U4 unit now awaiting command. State command. Follow me. If we become separated, meet me in a tank in the ruins by Goliad. Here are the coordinates. Coordinates confirmed. So, hey, отремонтировался. Negative. Weapon systems remain offline. Can you identify the problem? Target acquisition module is defective. U3, the drone at the crash site should provide a replacement part. You mean back at the Raider crash site? Новая оружейная система. Ага, он наш починился. Типа летать может, а стрелять не может. Куда поехал? А куда он двинул? Наверное, в город поехал. Новая оружейная система. Крони учителей может задействовать свои оружейные системы. Нужно его отремонтировать с помощью запчастей, которые должны найтись в районе падения дрона У-3.
А где цель? Цель-то не активирована. Ага. Значит, надо идти на начало уровня. Тык-тык-тык-тык-тык. Поехали, посмотрим. Мне кажется, это задание не для моего теперешнего уровня. Вот этого, чтобы напарника робота взять с собой. Ага. Ох, не, как замахнуться, так сразу же он убегает. Двадцать пять опыта махал, как будто он тут с черепком бегал. О, курица. Давно не виделись. I'll help you. И чё, она повернулась? У нее три удара должны впереди быть. Взяла курица, развернулась. Третий удар. Что-то я не помню, чтобы она так раньше била. Всегда прямо было три удара. О, это пес. И чё ты убегаешь опять? Здесь ранят. И чё? Напарник, ты каши моё. Взял себе. Будем питаться тогда листьями. Промазал. На 3 миллиметра. Чуть пониже. И все. Удар идет мимо. А как забраться? Сюда.
Наверное, сюда. Тут вроде ход, где он был. О, а что тут зелье? Кто положил или я не взял его в первом видео? Дрон сюда летит. Тут, наверное, снова наложили. Или нет? Вдруг что-нибудь положили. Поехали на лифте. О, лифт работает. Дурас! Ты, наверное, первый раз едешь на лифте, а он цель показывал, что она наверху. Ты как вышел? Вперед открытие двери. Волшебник. О, карта, кажется, третья. Патроны для ружья. Сколько я тут всего еще не взял? Без очков. Когда тут проходил мимо. О, наверху-то сколько. Когда синем. Синё-синё. Все вокруг. Второй этаж, что ли? Или где она там находится, я не понял. О, а без этого? Без полетов сюда вроде не добраться было бы. Кому метла? Куча всего. И ничего такого. Тут одна мелочевка, чтобы потом все это продать. Кольцо жизненных сил. Колечко. А, оно уже есть. Крыса, не мешайте мне. Ходишь тут под ногами. Things our world has achieved that are now lost to us. Кто-то тут хорошо обустроился. Но решил на веревке повисеть.
Самогончик. Наверху проверил. Пойдем. Еще что-нибудь тут порвем. Автомобильчик. Коллекционный. Хлам. Действительно, хлам. Больше-то никак не назвать. Какие очки? Просто замечательные. Сколько всего нашлось с помощью этих очков. А могучее зелье. Сколько у меня их? Крепкое. Восстанавливает 160. Малое 4. Это полностью могучее восстанавливает все раны. Вот она, демонтировать. Оружейную систему. See if there's anything salvageable from this drone. I can't repair this. Оружейная система получена. Где у меня этот дрон? Ты внизу, наверное. Вместе с Фаликом. Фалик теперь живет в этом лагере. О, ты found something. Thank you. Я достал модуль. Initiate repairs to your weapon system. Давай ремонтироваться. Report status. Analyzing. Weapon system is now operational. Then you can follow me and we'll test it out. Короне настоящий друг. Прям дружище. Come with me. You've already got someone with you. Надо сначала Дурас отправить. И взять этого крона. Дрона. О. Они бились. Волк сожрал курицу. Что тут в лагере есть? Есть переночевать. Ага. Ну ладно.
этого выдания потом искать, если отправить его. You should go to the camp and your dad. Sure. Иди погуляй, а я проверю, как будет этот дрон воевать. Надо пукать будет тут всеми этими лазерами. Ну-ка, ну-ка. Где? Цель, давай проверим. На этом зеленом дикобразе. Он током херачит. Чё-то непонятно. Мелкую бусинка завалил. Ну давай кота пса попробуем. Попал. Давай жарь его. Жарился. Прикольно. Мне кажется, нормальный напарник. Или это только кажется? Ну-ка, давай эту курицу поджарь своим электричеством. Ну, стреляет-то он не часто, конечно. Ну, непонятно. В принципе, и нормально, и... Потом, в следующем видео, потестируем побольше будет напарником. Ну а на этом у меня пока все. Оставляйте свои комментарии. Всем пока. До новых видео.